Друзья, всем привет! Вы на канале Makita PT. Сетевые дрели с задней рукояткой, способные работать в ударном режиме, это самые мощные агрегаты в своем классе. Они практически не имеют ограничений по твердости материала. Поэтому дрель Makita 8406 наверняка вызовет интерес у профессионалов. Поставляется данный инструмент в пластиковом кейсе. В составе комплекта мы можем видеть инструкцию по эксплуатации. Боковая рукоятка металлическая, прорезиненная. Дрель 8406. И мы видим, что на проводе она укомплектована ключом для кулачкового патрона. Данная внушительная рукоятка может быть прикручена на дрель как с левой, так и с правой стороны. Шнур 2,5 метра необходимо подключать только к однофазной сети переменного тока. При этом напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному на самом инструменте. В соответствии с европейскими стандартами и шнур, и инструмент имеют двойную защитную изоляцию, поэтому легко могут использоваться в сетях без заземления. Щеточный двигатель дрели Makita 8406 имеет мощность 850 Вт. У агрегата имеется переключатель, задающий режим работы. Ударный, который сейчас установлен, и безударный. Сочетание положений этих элементов управления задает диапазон скорости вращения и ударов. Максимальное их значение составляет 1500 оборотов и 22500 ударов в минуту. Триггерный переключатель очень удобный и весь обрезиненный насквозь. Сила нажатия на него регулирует вышеупомянутые показатели. Причем делается это плавно, без ступеней. Благодаря мощному приводу при использовании алмазной коронки можно просверлить в бетоне отверстие диаметром до 152 мм. А если использовать обычные сверла, то этот агрегат способен сверлить в этом же материале отверстие диаметром до 20 мм, а в стали до 13 мм. Можно использовать дрель по дереву, в этом случае диаметр ограничен 30 мм. Патрон имеет традиционное кулачковое исполнение, а зажать в него можно традиционные сверла с хвостовиком от 1,5 до 13 мм. Ключ для того, чтобы довернуть, нам в помощь. Убираем его обратно на место, потому что иначе он обязательно затеряется. Размер 400 на 98 на 165 мм. Страна-производитель Япония. Ну что, как всегда в таких случаях, все компоненты отдельно. Итак, сперва наша дрель. Плюс ко всему мы забыли, что на проводе висит ключ от кулачкового патрона. Итого уже 3600. Добавляем рукоятку. 3900, почти 4 со сверлом. Как раз где-то к 4 все и подползло, хотя сверла всегда разные. Комфортность работы с этим инструментом обеспечивается целым набором функций. Это и его мягкий без рывков старт. При заклинивании сверла пользователь не испытает неприятных ощущений, а двигатель не будет перегружен. За это отвечает трансмиссия агрегата, отсоединяющая патрон от вала двигателя в непредвиденной ситуации. Плюс стоит отметить удобное прорезиненное покрытие на корпусе. То есть, если вы работаете без рукоятки, ваш хват будет просто бомбическим. Приобрести данную дрель можно на сайте makita-pt.ru, пройдя по ссылке в описании под этим видео. Перед этим не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие обзоры.